Вот и настало время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Да. Мы видим состав команды хозяев. Посмотрим, чем сегодня удивит тройка нападений. От их действий, безусловно, будет зависеть очень многое. Перед нами состав Вильяреала. Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Вот и настало время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Да. Мы видим состав команды хозяев. Посмотрим, чем сегодня удивит тройка нападений. От их действий, безусловно, будет зависеть очень многое. Перед нами состав Вильяреала. Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. Вот и настало время погрузиться в лучший европейский клубный футбол. Лига чемпионов стартует сегодня. Да. Мы видим состав команды хозяев. Посмотрим, чем сегодня удивит тройка нападений. От их действий, безусловно, будет зависеть очень многое. Перед нами состав Вильяреала. Этот тренер явно консерватор. Действительно, ничего нового он не предложил. Расстановка кажется старомодной. И посмотрим, насколько она окажется эффективной. И новый сезон Лиги чемпионов начался. Первый групповой матч знаменует собой начало нового Лига чемпионского года. Нас ждет футбол высочайшего уровня. Пабло. Герард Морен. Есть шансы в этой атаке. Момент. Нет, офсайд. Навес в центр штрафа.